Лежали мы, лежали, и решили мы пойти в Пятерочку. Вот как у нас это было. Не любит одеваться, да? Очень не любит. Да, да. Дайте, дайте, дайте. Но она нет, она нормально. Не надо, я шучу, я имею в виду, что не лезут, дайте. Нет, конечно. Все дружно. Да, Монечка? Не боишься? Моника. Я держу. Маленькая, это, смотри. Да, нормально. Нормально. Да, нормально, нет, а... Просто Маша очень смелая, и она... Они не знают, что она может сделать. И она, видите, сразу хвост опустила. Да, да. Она поняла, что ее не боятся. Смотрите, она не кидается теперь. Манюлечка. Вон оно тебе. Вон оно тебе. Ой, это не думает, стой, это такое интересное. Смотри, все, она тут, смотри. Да, она нормально, она хорошо, да, она хорошо реагирует. А у нее все, я ее не отвечаю. Она маму защищала. О, смотри, я только ручку привет. Ну-ка, вот тут собрать полностью, вот все, до сантиметра на лысо. Я думаю, что как-то сделала, как страсти было. Сделала, как-то думаешь. А здесь она распушилась прямо. Тихо. А вы просто больше, она, видите, как она на больших реагирует? Задержи не надо. Девочки, расходимся. Девочки, расходимся. Ну ты толстозадая, Монечка. Девочка, выручай этот весь батлон. Я вперед пошел. Деньги, перерасчет. Мне бухгалтерия пришла. 4, да? А, так, давай, давай, Моника, вперед. О. Он кусается, да? Степан, ко мне. Быстро ко мне. Быстро ко мне. Моника, это не твой пакетик. Да, выпиши. Да, выпиши.
Давай, отпускай зверя. Зубочка, вкусная? Моя. Пушистая попка. Красивый, да ты красивый такой есть.